У меня такая философия в жизни, что иногда не мешать лучше, чем помогать. Потому что человек растет и развивается. Единственное, что может быть, мы должны понимать, что этот процесс идет, потому что мы не можем ждать от человека, который в процессе, который боль испытывает, мы не можем ждать, что он в этот момент будет там рассыпаться комплиментами или еще что-то.